Глава государства представил парламенту нового премьер-министра Алихана Смаилова. Его кандидатура была поддержана всеми политическими фракциями и принята единогласно. Также президент выступил с конкретными решениями и поручениями разобрать новые действенные программы. В своем обращении глава государства осветил проблемы социально-экономического развития и поставил перед новым правительством и депутатами ряд задач, необходимых для преодоления этих проблем. В этот трехнедельный срок правительство должно разобраться, план, рассмотреть и разработать план мероприятий по исполнению поручений президента.